Привет, друзья! Сегодня вторая часть моего репортажа о том, как я вправил себе грыжу. В первой части я в предисловии рассказал, как она появилась и как ее затолкал. Вот здесь я, кстати, живу в гостях. Беру вот так вот ее. Я в той же футболке, кстати, на вегано-сырейской диете. Футболку можно не стирать несколько дней. Оказывается, она не воняет и чистая, много дней остается. Когда говорили об этом в YouTube, я не верил, а теперь сам вот могу носить. Ну, не об этом речь, смотрите. Опять вот так держу. Да, наелся я арбуза. Пока мои друзья там застольничают, я решил снять. Смотрите, я вот так ложусь. Вот тут у меня пуп. Вот тут я зажимаю. Вот оно провалено. Кстати, очень удивительно, что когда я лежу, оно провалено и не вылазит. Но я сейчас скажу, я переел арбуз. А, вот как я встаю. Когда я встаю, стараюсь здесь задерживать, чтобы оно на всякий случай, чтобы не выпирало именно в том месте. Там я так встаю и придерживаю. Если я не придерживаю, о, сейчас вот чувствую, что я все-таки трогаю эту кишку какую-то свою, походу. И она вот так вот бурчит, потому что я поел, да? На голодный желудок ее не чувствуется и ничего нету. Но это на голодный желудок, это надо ничего не есть. Вот, сейчас я обратно ее заталкиваю. Она если не заталкивает, я бывает еще так подпрыгиваю. И на прыжках, когда кишки взбалтываются, тоже оно пропадает. Вот сейчас оно уже пропало, кстати. Сейчас уже нету. Я, если честно, очень немножко расстроился, что я пытается вылезть обратно, но если я держу под контролем, я думаю, что ей будет все хуже и хуже вылазить. И хочу закачать это прессом. А пресс я делаю пока что как какой-то инвалид больной. То есть вот. А, кстати, еще одно упражнение. Даже если вы встали и прыгали, то еще такое упражнение — втягивать живот. То есть вот так, чтобы аж ребра торчали. Когда вы сильно втягиваете живот, вот, то тоже она проваливается. Вот, один из способов — сильно втянуть живот. Вот. Вот так вот втягивается живот. И вот я показываю, как я делаю упражнение, чтобы закачать ее прессом. Итак, смотрите, я опять же вот так вот беру, сейчас найду это место, и вот так вот делаю это упражнение. Знаете, что за много лет я не мог себе позволить делать это упражнение вообще, потому что боялся, что ее зажмет. А теперь вот это упражнение делать даже по кайфу, потому что качается пресс. Я мысленно уверен, что она заживает, дырка зарастает. Хотя мне многие скептики говорят, что ничего не получится, дырка останется. Вот. Вот вы увидели, да, как я только что качал пресс, закачивал. Вот она опять вылезла чуть-чуть, но я опять ее засунул. Но опять же, я только что съел очень много арбуза. Очень много арбуза, поэтому я переел, удивляться нечему. Как я говорил, я здесь переедаю. И сегодня 29.07.2019 года, примерно 19.30. Вот, прошло сколько дней? 4 дня, а я ее все еще чувствую. Поэтому не так все гладко оказалось, как хотелось, но ничего страшного. Я буду сообщать периодически, что я делаю, как оно себя ведет, и буду постить. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До части 3. Пока!